Доброе утро, 8 марта. Милые дамы, праздника у вас уже с прошедшим, но лучше еще раз. Лучше больше, чем меньше. Цветите, радуйте нас своей красотой. Вот, а у нас, видите, какая красота. Нас метет. Как вчера было хорошо. Сухо. Сухо. Дорога была прекрасная. Сегодня у нас метель. Не очень сильная, но метель. О, лампочки надо поменять. Как было месяц назад, одна лампочка горела, так и осталось. Сейчас поменяю. Пойдем мусор выкинем, поменяем лампочки и будем выдвигаться. Ух, до мусора далеко идти. Стоянка уже почти разъехалась. Сейчас и мы двинем. Все, сзади все горит. Тоже две лампочки были перегоревшие. И здесь, ну, красиво. Красиво, приятно, приятно, когда все горит. Поехали смотреть, как там дорога. Поехали, подивимся, что там происходит. Тут-то еще ладно. Мне самое интересное, что там в горах делается. В уральских. Надо было вчера ехать проходить. Так ночь была. Это еще всю ночь нужно было отдать. Не вариант. На следующем повороте поверните налево. Так-то минус 7. В общем-то, теплеет. Я сегодня смотрел, здесь уже к вечеру минус 4, минус 3. Лучше бы морозик вчерашний 19 градусов держался, 16. Как был всю дорогу. На следующем повороте поверните налево. Да, после ДАФа можно. На дороге, ну тут пока, в общем-то, нормально. И скользковато, вот резко газ даю и все, и сразу АСРК срабатывает, пробуксовка. Скользковато, скользковато. Ветер в харю. В общем, все как мы любим. Сорок восемь до Уфимской объездной, обходим Уфу на пятерку и все в сторону гор. 4012 километров отсюда до Усть-Кута.
я смысла не вижу лететь. Тут уже просыпали местами, уже ближе к объездной. Но хорошо тут добело снежку-то. Как вчера было хорошо и как сегодня не совсем хорошо. Но если так будет, то не страшно. Главное, чтоб не хуже. По такой-то можно ехать. Это не проблема. Это у нас кто? Делка? Нет, не Делка. А, это вообще земля какой-то. Могилевский 6-й регион. Куда топчем, землячок? Ну, во всяком случае, прицеп Могилевский. Номер на цигаче я не вижу. Тягач камазовский. У нас как бы тягачей-то камазовских в Беларуси очень мало. Вернее, практически нет. И тягач вроде как российский отсюда, но не видно толком. А вон и КДМ-ка впереди. Топчет. Да, я что-то думал, так уже сейчас в марте выеду, и все тут уже по-сухому, плюс 5, птички, травка зеленеет. Нифига, еще вот немножко надо зимы хапнуть. Самые такие ветреные месяцы, особенно вот если в Казахстан идти, а что тут до Казахстана-то недалеко, такие вот, ну, февраль, март на этих местах и земля, где, ну, леса немного, так хорошо метет в эту пору года. Что, обойдем КДМочку, да? Давайте аккуратненько. О, пургу поднимаем какую сзади. Заверуха метель, заверуха.
посмотрим, в каком состоянии М5. В сторону Урала. Здесь объездная так местами довольно-таки скользко было. Челябинск, 380 отсюда. Какой-то музыкант тут с нами едет. Постоянно эту рацию включает, музыку. Детский сад, ёлки-палки, ясельная группа. Причем младшая ясельная. Чего удивительно, бывает еще хрюкать начинают, кукарекать и так далее. Из-за транса обходить вообще не ехал. Страшного, терпимо. Главное, чтобы так же, как сейчас здесь, было в горах. Все, и можно ехать. Уфу мы так и не посмотрели. Сдалека хотя бы. За этой метели. Где-то там, поверьте на слово. Столица Башкирии. Нифига не видать. Ну так это вот, чуть подъемчик и все, сразу так подшлифовывает машина. Посмотрим, что будет там, на тех подъемах. Ну, машины идут, значит, Урал не закрыт. Уже хорошо. И пока никакой по рации, ничего, никакой информации. Плохой слышно не было. Поэтому едем, наблюдаем. Мартовскую метель. 8 марта, да? Я помню, на 8 марта загорал даже уже. Пойти тут тоже позагорать. Быстренько отвезут. По адресу потом. У нас это в Минске называется кольцо 18 автобуса. Где в Уфе, не знаю. Кто в Минске, те знают, о чем речь. Все, автобан капут. Похоже, да. Автобан капут. Какая ж тут пурга-то, а? Тормозить так вроде ничего, но тут посыпали. Кончился автобана, пошла стройка до самого Сима практически. А нам, видите, то есть, то нет, то потухнет, то погаснет. Нашла.
костяк огонь широченный. Сломался, что ли? Наверное, эвакуатор пришел за ним. Ничего себе. Процентов у него написано в разрешении, в гололед нельзя. А сейчас как бы гололед, если официально еще бумага есть. Даже на скользкую дорогу не скостишь. Хотя, в принципе, почему нет? Если официальной бумаги нету, вот я как-то ехал давно тоже, и габарит вез, и вот февраль месяц был. Вот точно такая же вот погода была. У меня, да, в разрешении написано, в гололед движение запрещено. Ну и все, и тут пацаны местные, они же каждый бугор продают. Сплошную там, туда-сюда. А тут... ух ты, что-то тут. Еще все с двух сторон. Зеленые ошметки. И тека, наверное, лучше там смотрю, тягач тековский стоит. Походу и тека здесь размолотился. Вот. Ну так иду. Ну и все, мимо них так проморгаешь. Вот так вот, с мигалками, как вот коллега навстречу пошел. Все, они сплошную кидают продавать. За тобой догоняются там. Люстры все дела. Ну вот все, там разрешение, там туда-сюда смотрит. Ну все, говорит, это, тебе, говорит, приехал. Все такое, говорит, гололед, ехать нельзя. Где гололед? Вот, говорит, дорогу прет, так это, ногой потер по льду, ну по асфальту. О, гололед. Я рядышком ногой потер. Говорю, нет, скользкая дорога. Ну час с ним попадаешься, видишь, что ничего не обламывается. Документы отдаст, такой недовольный. Прикиньте, час времени потерял, сколько можно было за сплошной уже пособирать билетов. Так я тут тогда и проехал. И вообще тогда до этого, до Барнаула я вез. Вообще нигде ни копейки. Из-за вот за гололед разводили. Николай, приветствую. О, кто-то тут едет. Привет, привет. Дорожки, удачи. Ждем видео. Спасибо, взаимно, шершавый. Вот. И еще в разрешении было, а в Пензенской по пятерке маршрут был. В Пензенской области тоже останавливает. Говорит, а что ты ночью едешь? Я нифига себе, я офигел. Говорю, а что нельзя? Вот у тебя ж написано. А у меня написано. В Тюменской области движение только светлое время суток. Я говорю, подожди. Не, не в Пензенской. И в Рязанской еще, наверное. Я говорю, подожди, говорю, я что-то не въеду. А мы где? В Рязанской или в Тюменской? В Рязанской. Я говорю, что ты хочешь тогда? Все, отпустил. Ой, за промерку габаритов там. Как ты габарит? Там же тоже в разрешении как пишется? Контрольный промер габаритов мостами, путепроводами. Все. Кто-то там типа удочку высовывал там с машины. Ну, если вот высоту проверить, если там высоту везешь. Ну, меня гайцы. Ну, как бы, я как ехал, так и ехал. Там, например, мост проехал, за мостом останавливает. Ну, бесчисленное количество раз до Барнаула там. Я сначала считал, потом перестал. Потому что понял, что это бесполезно. Остановки, речки считал. Там реки тоже, если пересекаешь, там ограничения по мостам и путепроводам. Здесь, по-моему, 20 км в час. Или не более 20 км в час. В общем, геморрой полный. Ну ладно, так остановили. Как? Ремонт трассы и веди телевизор по автомобилю. Извини, дядька, не перебивай. Говорит. А как, у тебя, говорит, написано контрольная проверка габаритов. Ну, я говорю, так я проверил. Как ты проверил? Я говорю, визуально. Говорю, как визуально? Я говорю, ну как визуально? Ну обыкновенно. Там что, написано, что я должен выходить рулеткой, мерить ширину моста перед мостом или еще что-нибудь. Там
написано контрольный промер габаритов. Контрольный промер габаритов. Все, как я его буду проводить, это уже будет лично мое тело. Постоит, посмотрит. Но видит, что не обламывается ничего. Ну ладно. Так вот до самого Барнаула. А в Барнаул все туда не впустили, тогда пост был перед рекой. А у меня разрешение только до Барнаула заканчивалось. Приехал в субботу. До понедельника постоял, в понедельник приехал. Такой далеко не дешевый УАЗик за мной. Говорит, поехали. Я говорю, разрешение. Я говорю, поехали. Базара нет. Поехали, метель такая. Барнаул замело, я там на подъеме подняться не могу. По итогу, короче, гайцы с мигалками впереди, за ними КДМ-ка, я за КДМ-кой, и сзади этот чувак на УАЗике. Так мы ехали. Это какой-то станок такой, я уже не помню, на какой завод, что-то такое вот, очень дорогой какой-то станок я его там приволок. Там того габарита-то было-то, по 5 сантиметров там ширина там торчала. Но сам факт, что не габарит, все равно. Мигалки там, все дела. Так прикольно съездил туда. Интересно было. Вот, но мы полезли. Пока что-то мне тут ничего не нравится. Скользко. Вот чуть подъемчик, и все, машина начинает шлифовать на подъемчике. Чем дальше в город, тем все интереснее и интереснее. Подожди, не... В сугроб заехал. Куда ты так торопишься? Ну, выехал бы там нормально. Чего спешить? Бежим, бежим. Так, температура не меняется. Минус 7. Пока бежим. Слава богу, пока. Постепенно, конечно, все выше и выше поднимаемся. Встречки тоже бегут. Это радует. Да, неожиданно такое 8 марта. Что-то вот чем выше, все хуже и хуже, вот честное слово. Там как-то внизу под Уфой так не мело, чем здесь наверху. Как там Сим, интересно, поживает? Да и не только Сим. Сим, Златоуст, Рязань, хватает там подъемов. Настоящий февраль такой, февральский февраль. Метров 60, вот так в час идем. Уже там колея собралась. Вот тут, во-первых, не видно нифига, метров 100 видимость. Тут даже при всем желании на обгон не пойдешь. Вот, тормозить приходится. Не хотелось бы, конечно, сглазить, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, мы прилипнем, если снег не перестанет. Дай бог, конечно, чтоб... Бля, четыре головы, все мозги живые, вот пока до Челябинска доедем, бля. А, там впереди две головы идут. Да, блядь, нихуя, не видно, не понял. Это, блядь, я не обогнаю, нахуй, наверное, честно. Ваши на обед страны ебаные, блядь. Две головы впереди идут, вы представляете, по такой дороге еще головами ехать? Тут с прицепом-то за этот труд двумя руками держишься иногда. А тягачом идти это вообще полный коллапс.
чуть-чуть газку даешь, и эта задница как право-лево виляет по всей дороге. А там я вообще не представляю, как тягачок по такой дороге ехать. Проходит и вообще ничего не видно. Ну пока едем, уже пост прошли, бывший где-то транспортный был, башкирский. В общем-то сейчас уже Челябинская область скоро начнется. Как бы не так далеко до первого перевала до Симы осталось. Метров, видимо, все. Сима-то недалеко, а там говорят, все, видите, нормально. В Симе небольшой падал, а дальше вообще все сухо. Ну это да, если сейчас колонна соберется, то... Челябинская область началась. Наше вам почтение. АШ-25. И там километров 40 где-то до Сима. Может 50, наверное 50 даже не будет. Тоже, да? Смотрите, какой у него бочонок там загружен. О, какой он широкий. Ой-ой-ой-ой. Ну, видно, днем здесь нельзя ехать. Наоборот. Радио АША даже есть. Но он минус 7, он так сильно-то не прикатывается. Его хоть немного, но сдувает. Если было каких-нибудь минус 2, ну что-то вот встречные закончились. Там уже не поприлипали. Что-то встречек не видать. А нет, идут. Потихоньку идут. Вот, подсадили на подъем-то. Впереди, говорят, какая-то газель там не едет. Или что? На горку. И все, вот чуть пошла. Чуть я ее разогнал. Шлифует. Плюс еще качается это, плавает эта жидкость. Эта машина там болтается вперед-назад. Ну, вроде ничего, разогнался.
эти двуногие, вот там впереди, говорят, какая-то газель идет. Вот такое ощущение, парни говорят, как будто первый раз снег увидел. Ну мы вот сейчас ехали всю дорогу 40. Ну, давайте мы послушаем, может, и мы сейчас на обгон пойдем. Вон этот газель впереди, она идет на аварийках. Двуногие. Синяя магна пройдет далеко чисто, можно пробовать. Если пойдет. Ну, вроде пошла. Еще бы эту газельку успеть, но вроде встречек не видать. Успеем. Вот он, вражина. Забрал за собой калеку до Уфы. Саратовские номера. Думал, уже может тоже по весне выехал, уже все, тут снега не будет, зиму не ездил. Снег увидел, ездит медленно. Это у нас что, подъем перед Симом. Сейчас вот будет Сим. Что, что ты рация-то? Тут парняга хорошо впереди, который идет с казаном. Что после магны работаете, вот все. Рено Лаган пройдет, и можно работать в Казань, пока. А вот пошел спуск к Симу. Здесь посыпано. Вот спуск начался, и видно, что тут посыпали. Да что это все, рация, она когда-нибудь замолчит или нет, когда не надо? Вернее, когда надо, мы разговаривали, она постоянно пшип-пшип-пшип-пшип. Так без фанатизма, вот 60 быстрее пускать, как-то что-то немножко стремноватенько. Побольше. Ну, по идее, подъем нам там должен быть тоже отсыпан. Должны взлететь. Как лихо тут бьет, а? Thank you.
Олежка, к которому мы ехали, вот он сейчас как раз Челябинская объездная, ну, говорит, тоже снежочек такой шел, легенький. Но, говорит, Урал вообще по-сухому прошел. Вот видите, получается, мы достоялись, дождались самой такой погоды интересной. И поехали. Ну, он-то по пятерке. В Самаре, говорит, тест на ковид сделал. Сейчас в Казахстан, если идешь, надо тест на ковид делать. Там нормально, говорит, заезжаешь, делаешь, тебе потом присылают на телефон результат. Мы пока в Казахстан не едем. Задачи у нас маленько другие. Подъем мокрый, нормально. В принципе, ее даже на ретарде вот спускается. Да, нет. Корочка будет тяжеловата. Еще это вот когда ты плавающие эти жидкости везешь, в горку идешь, она туда назад откатывается по этим бочонкам. Вообще машина ехать не хочет. Все, можно отпускать. Здесь камер нету. До моста. Сим, замерзшая? Конечно, замерзшая. Да, она денется. Ой, а мостик-то подгулявший. Тут уже не до тормозов. Тут уже надо педаль в пол. Пошли в гору. Наверх. Сейчас будем медленно подниматься. Тяжко ей будет тащить. Сзади все едут. Косыль руками. Потому что ты про газели тьманые конченые сказал. Ты куда идешь? Да сама не еду, блядь. 50 фур собрал, колонны нахуй. Какую сторону? Ругня идет, да, он там. Я на газели еду, вот я сейчас поднимусь наверх, остановись, если ты такой герой. Я тебе объясню, почему газель, кто ебаный, и почему она так едет. Остановись на ту, на туры 50, блядь, не могут подняться. Да там, похоже, пидораса, блядь, иначе никак нельзя назвать. Ты ебало, что заткни, хуесос ебливый, блядь. Вот это... Пидорас, он тут раскидывается словами. Мне клапан прогорел, я еле еду, мне что, блядь, по полю ехать или что? Поднимемся на гору, остановись, я тебе расскажу, кто пидорас. Я с тебя пидораса сделаю, гондон ебучий, блядь. Без комментариев, это вот эту мы только что обошли. На первой, у меня три цилиндра работает. Я поясню, ты по такой бомбе. Вчера ты тоже кричал, я поясню, там будто, блядь.
говорю, дает тебе мало две полосы подниматься, видите? У людей нервы сдают, не? Сдают нервы. Не, ну все правильно, не ездят там, базара нет. Ну ты ж пропустил. Это вот там саратовская та вот, которая ездит на аварийках. Вот это там из-за него вся эта. Он там колею собрал за собой. Просто жесть. Я еще там успел проскочить, а за мной там столько машин, там конца и края хвоста не видно. Мы сим прошли, уже хорошо, в общем-то поднялся, даже тут в принципе СР-ка-то нигде не сработала. Нормально. Пробуем дальше. Проедем и будем, наверное, на обед где-то швартоваться.